Так мы же договорились, ты будешь говорить. А, я буду говорить. Да. Хорошо. Так, заходи. Наконец-то я в кадре. Сегодня у нас несколько необычный ролик. Мы распаковываем не столько красивое оружие, сколько вот эту вот посылку, которая приехала к нам из города Лондона. Думаю, что вскрывать ее будет Андрей. Собственно, оно. Серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков. Огромное спасибо всем, кто с нами все эти годы. Мы начинали вот здесь внизу. Is it madness? No, this is Luger! Добрый день, я Андрей Уланов. Это Станислав Шейдов. Добрый день. И сегодня мы вам расскажем о пистолете Люгер, он же Парабеллум. Огромное спасибо тем, кто участвовал в создании роликов. Это, конечно же, Костя Конев, наш любимый друг. Это, конечно же, наши швейцарские товарищи. Да, наши немецкие товарищи. Наши немецкие товарищи. Наши, да. Наши американские товарищи. Американские товарищи. Скоро появятся наши израильские товарищи. А пока что мы хотим попросить в кадр прийти Алексея, который наш вполне себе рижский товарищ. Да. И один из главных информационных спонсоров. Оружейных, информационных. И сейчас у нас будет небольшой трюк. Мой пламенный привет каналу «Может Бахнем» из США. В связи с достижением вами порогов 100 тысяч подписчиков, ребята, вы молодцы. Это именно вы привели меня на YouTube. Именно вы задали ту планку интересных рассказов об оружии. Спасибо вам и огромных успехов в будущем. Андрей, поздравляю тебя с таким неожиданным юбилеем. Когда твой канал только появился, я, откровенно говоря, не думал, что он обретет такую всенародную популярность. Поздравляю тебя с этой цифрой. И главное, успех твоего канала дает надежду всем. Тем, кто делает оружейный контент и надеется достичь когда-нибудь таких высот, которые сейчас достиг ты. За серебряную кнопку. За вас, подписчики.